В Хакасии действует режим полной самоизоляции. Такие меры приняты во многих регионах. То есть сейчас без необходимости нельзя находиться на улице. Исключения составляют экстренные случаи, например, угроза жизни и здоровью. Можно ходить в ближайший магазин за покупками первой необходимости, в аптеку, выгуливать животных. Всем, кто вынужден передвигаться по городу, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а сотрудникам организации, которые продолжают работать, еще и специальное разрешение. За нарушение режима полной самоизоляции жителям Хакасии грозит административная ответственность. Это штраф. Сейчас от 100 до 500 рублей. Однако сумма в ближайшее время может увеличиться. Некоторые регионы ввели санкции до 5000. Улицы патрулируют полицейские и сотрудники Росгвардии. Всем тем, кто вынужден работать вне дома, нужно будет предъявлять специальную справку. Ее должен оформить для сотрудника руководитель. Правительство Хакасии разработало единую форму. Скачать ее вы можете на нашем сайте вестихакасия.рф. В этой же новости можно найти и список тех сфер деятельности, которых ограничения не коснулись. Для тех, кто прибыл из-за границы и, имея на руках предписание самоизоляции, нарушил его, штрафы больше – от 500 до 1000 рублей. Сегодня на карантине в Хакасии находится около 1000 человек, из них в больнице только пятеро. При этом в Минздраве уточняют, что для 400 человек период самоизоляции уже завершен. Новых случаев коронавируса не выявлено, их по-прежнему три.